Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Сейчас-то ты наконец осознаешь истину, что женой на операции «Неясыть» должна быть только я. Не переживайте, я одолею всех наших соперников. Положитесь на меня. Агент «Сумерки» в последнее время сама не своя. Ты уж присмотри за ней. Проблемное задание. Давайте как следует постараемся и покажем достойный матч. Какой еще матч? Ты издеваешься, что ли? Да мы вас так размажем, родная мать не узнает. Пятнадцать-ноль. Тридцать-ноль. Сорок-ноль. Гейм! Что за чертовщина? Я и у лучших игроков мира таких подач не видел. Ладушки, понеслась! 15-0! Давай, Катабуки! Оформлю в лучшем виде! Вот черт! Выкусите! Сдохни! Красавчик Китахара, хорошо подал! Осталось только подправить прицел. Проклятье! Их двое, поэтому метим в девку! Получай! Ну вот и все! 0-15! Какого хрена? Хорошо, буду весь день перед ним красоваться. Мама! Кинь мне мячик! Прости меня, Анечка. Папа обязательно победит и привезет домой роскошный приз. О, ты права. Ллойду все на свете по плечу. Он с любым соперником мигом разберется. Мигом! Убивать! Теннис! Сумики, мне кажется, лететь... На все пизда! Эй, мальчонка! От тебя мочей за километры воняет! Если уписался, малыш, попроси тетю рядом трусишки поменять. Уписался, трусишка! Я с радостью. Геймсет! Победа супруга Фальш! Победители! Супруги Фальш заслуженные победители! Они не оставили братьям Боликам ни единого шанса! Да уж, бабло! Вот это зрелище! Фальш заслуживают нашего внимания! Зачем же так было бить по ним подачами? Прости, рука соскочила. Если судить по прошлым играм, теннисисты они посредственные. Разнесу их в мгновение ока. А затем предложу тебе быть со мной в паре навеки вечные! Сумерки. Сумрак? Что? Да ну уже! Прямо здесь? Сумрак? Я к такому еще морально не готова! Не загоняй себя. На тебе живого места нет. А? Против нас серьезный противник. Мне понятно твое нетерпение, но сдержись. А ведь раньше ты называл нас шпионов расходным материалом. А теперь беспокоишься за меня. Это не по правилам. Удар ниже пояса, Сумрак. Люблю, 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 люблю. О, как взглядом сверлит. Ей настолько не понравы мои методы. Папа передал сообщение. Изображать напряженную игру нам больше не нужно. У меня эта театральность уже в печенках сидит. Потопим этих дурней, пусть папка покупает нам новую яхту.